Всем привет, то есть пик вышел клип, получается Kiss of Death. Поцелуй смерти. Эту песню мы уже слушали, а вы спросите, а где ты ее слушал песню? Сам что ли слушал? А я вам отвечу. Вот. ISP, Kiss of Death, обзоры, реакция. 26 апреля, весь альбом. Заходим, слушаем мнение песни. Сегодня будем оценивать клип, просто оценивать клип будем. И обязательно оставляйте здесь лайки. Сколько тут лайков? Сколько? 91 лайк? Ну пиздец полный просто, я в шоке, блядь. Вот что за люди вообще, лень, вообще лень поставить, типа, да? Понятно, понятно все. Все понятно, все самое понятно. Вау! Вот это охуенно. Видели? Типа там этот волк, как будто типа живой, да? Вот это офигенно очень. Йоу. А тут вообще надо что-то комментировать? Или нет? Опять, короче, ладно, опять удивили, реально удивили. Очень мрачно, очень эффектно. Блин, ну это... Кто делал клип, интересно? А продакшн кто? Клипа. Попмастер. Продакшн. Николай Петров и Мария Владимирова, да? Нифига себе. Вообще, ребята, респект. Блин, тут получается свинья поедает как бы эту форму, да? Так. Тут у нас грибы оживают, получается, да? Потом вот здесь вот у нас...
Вот это очень прикольно, вот это очень эффектно, когда он, типа... Вот, типа, он упал, да, и сразу по этим, типа, хуячить, типа, начал по барабанам. Потом, что еще здесь у нас? Очень классно моментов всяких, да? Вот это вот. Но, знаете, с чего я больше всего офигел? Когда Анастасия съела лягушку, да? Где-то здесь это было. Вот, да, здесь. Не, ну что говорить, клип очень стильный, эффектный. Но, блин, а что у меня с вебкой произошло? Ну, знаете, как бы он не для всех, то есть он может кому-то сломать какую-то, не знаю, психику. То есть вообще, как бы, если у вас есть ребенок, да, то не давайте ему слушать группу Ice Peak, потому что, ну, это как бы, это, ну, в общем, не для детей. Реально, не для детей, как бы, этот клип. Лучше, типа, такое детям не смотреть. А так все офигенно, атмосферно и все качественно снято. То есть мне все понравилось. Так что спасибо, что посмотрели. Оставьте, блядь, лайк, подпишитесь на канал. И комментарий, можете вы это сделать или нет, а? Вот реально, ребят. Типа, что в этом сложного? Хорошо. Если будет как бы такой комментатор, типа, который скажет, ну, типа, вот, типа, если мне кто ответит, что в этом сложного, ну, типа, ставить коммент, лайк и подписаться на канал, я тому скину 1К. Реально, кто мне просто объяснит, в чем сложность, тому 1К кидаю вообще, no problem. А так, всех хороших, адекватных людей я люблю, целую. Айспик будет на канале, ждите. Пока, ребят. Вы лучшие. Йоу.